сейчас мы будем у собак вырабатывать охранные качества. То есть у нас здесь 8 месяцев, год и 3 года методом подражания. Фигурант пошел. Чужой! Хорошо, чужой, работаем, чужой. Хорошо, чужой, хорошо, чужой. Чужой. Хорошо, работаем, чужой. Хорошо, чужой. Чужой. Хорошо. Хорошо. Хорошо, мои малыши. Хорошо. Хорошо. То есть так мы прорабатываем методом подражания. Собак ставим на охрану. Пошел еще раз. Чужой. Чужой. Хорошо, чужой. Хорошо, чужой. Хорошо, уходим. Хорошо, Кэрри. Молодец. Ну, на этом мы будем заканчивать свои съемки.